Michael Kreil, эксперт анализа данных и визуализации данных, и он поставил себе вопрос, как люди, которые вообще очень рациональны, вдруг становятся радикальными и даже стремятся к правоэкстремизму. Два года назад он уже сделал толк, где он разговаривал о радикализации и о Твиттере. Добрый день. Я вам поставил ловушку. Радикализация. Это вообще не в интернете, как у меня на фолиях написано, на слайдах, но в обществе. Я два года назад уже один доклад вам представлял. И сейчас очень много людей из наук политиков объясняли в этом докладе, как это объяснить, этот эффект. Это, оказывается, очень много симптомов тут, но причин мало достаточно. И я последние два года занимался несколькими студиями. Какие эффекты действительно релевантны? А что эффект, а что причина? Вот интересный вопрос. Что это за глупость, с которой мы сталкиваемся? Это социальные боты. Я в Болгарии уже сделал ток. Вот. Веб-сайт снизу на слайдах. Я надеюсь, что в следующие дни там этот доклад, который по-английски будет там находиться на этой сайт, на этом сайте. И эти статистики, они противоречат друг другу. Но вообще эти социальные боты, они всякая чепуха, потому что... И меня это удивляет, то, что они получают даже призы и премии какие-то. Это всякая глупость. Когда мы смотрим на расизм, нужно нам понять, что такое расизм. И я увидел, что когда я разговариваю с людьми о расизме, у людей есть разное представление о том, что такое расизм. Это в том числе и потому, что расизм — это очень комплексный феномен. Это связано с социологией, психологией, политикой. И люди все еще изучают эту тему. И это, оказывается, все-таки еще более сложная тема. И это ведет к тому, что есть несколько разных потоков того. И нужно иногда, даже если это неприятно, иногда разобраться с этими темами. Вот есть люди, которые связывают это с теорией расов. Это можно себе представить таких скинхедов, например. Но это не обязательно связано с них. Даже если расизм уже как слово существует с начала 20 века, этот феномен очень старый. Уже это связано с рабами и с продажей рабов. Например, в 16 веку африканцы, которые страдали под этим, то это тоже связано с расизмом. Даже если этого слова тогда еще не существовало. И теория, то, что теория расов связана с этим, это тоже глупость, потому что ученые
уже доказано, что ученые, которые разбирались с этим, они факты иногда немножечко украшивали или вообще изобретали, и они даже изобретали псевдоконцепт, который легитимировал расизм. И сейчас мы знаем, что это не концепт, который действительно правильный, что существуют якобы расы, и нацисты, они не делают тест ДНК, прежде чем как они кого-то там начинают бить. Но это связано вот с расой, этнией, происходством, происхождением веры, религии, языков и всякие там атрибуты, которые видны снаружи. И после этого это ведет к там унижением. И вот я сделал таблицу, которая видна, видны как бы причины и последствия, и вот это вот все, что покрашено красным, это на самом деле расизм. И люди должны знать это. И это уже знают с 1949 года. Никто не должен быть из-за своего пола, своего происхождения, своей расы, своего языка, своей веры, своего происхождения и так далее быть унижен или... Это все форма расизма. Интересно, что тут еще существует слово «пола», потому что если мы посмотрим статью, которая уже до этого была определена, то тут мы уже объяснен термин «сексизм». И эти две группы, они немножечко пересекаются. Вот я сделал список. Исламофобия, антисемитизм, классизм, эйджизм, гомофобия, трансфобия, эйблизм, лукизм, дискриминация насчет как бы своего вида внешнего, и за счет именов, кевинизм. Вот даже некоторые высмеивали меня за счет моего диалекта, но я это никогда не принимал всерьез, но оказывается, это тоже вид дискриминации. Дискриминация бездомных и безработных. И эта дискриминация, она в разных мерах существует. Кто-то, кого зовут Кевин, тот не находится в той же опасности, как может другой. Вот профессор Хайтмайер выяснил такой термин, определил. Под названием «Gruppenbezogene Menschlichfeindlichkeit» это объясняет, описывает. Это значит, что эти группы, они не существуют, но преступники создают такие группы. То есть все эти группы созданы самими преступниками. Это враждебность к определенным людям на основе принадлежности к какой-то группе. Например, дети могут тоже проявлять случаи антисемитизма, потому что они еще маленькие и не знают, что так нельзя делать.
Также есть новый термин. Это значит конструкция отрицания паушализации. Здесь нужно подумать над этим словом. Мы видим людей и делаем какой-то вывод о них и отрицаем их на этой основе. То есть мы основываемся на каких-то предыдущих опыте нашем мышлении. То есть, например, если ты уборщица, то значит, ты не училась в школе, или какие-то такие выводы, которые мы делаем на основе своего опыта. Например, вот этот стикер, это значит, что все вся полиция козлы. Ну, и это тоже такая же конструкция отрицания какой-то определенной группы. Это такие стикеры обычно наклеивают группы, которые испытали насилие со стороны полиции. Также есть аспект структурированного расизма. Его могут использовать также люди, не только которые сами являются расистами. Это, например, вот видео пример. Я использую полотенце, чтобы взять мыло. Если ты возьмешь это хочешь взять рукой, то не получится, потому что рука — это темнокожего человека. То есть как бы никто не специально это сделал, что только белый человек может взять мыло из этого дозатора. Но только, ну, как бы инженеры, которые сделали этот продукт, они думали только о белокожих людях. Я тоже не думал о том, что, например, пластырь можно было бы сделать и также темного цвета для того, чтобы люди с темной кожей его использовали, и он бы не был так ярко заметным на их коже. Я, как Берлин, был в музее и хотел посмотреть на бюст Нефертити, заплатил вход. И друг, который из Египта, и спросил его, ну, если ты хочешь посмотреть на какое-то наследие Египта, то что ты можешь сделать? Ему нужен паспорт, ему нужно подать документы на визу, также на страховку и очень много других документов для того, чтобы просто посмотреть в другой стране на какое-то культурное наследие Египта. До сих пор докладчик перечисляет список документов, которые нужно подать, чтобы получить визу. Но это же тоже расизм. Вот пример, очень много примеров из немецкой газеты о людях, которые очень сложно могут найти какую-то, снять квартиру. Например, господин Мин Ли, он подал документы в разные компании, чтобы снять квартиру, но господин Кунца, типичное немецкое имя, он отказывает людям с иностранными фамилиями, это типичные пример дискриминации. Или также кто-то посылает, один человек, он посылал резюме в разные компании, и один раз он использовал немецкое имя, и второй раз другие, ну, иностранные имена, и, соответственно, он получал больше ответов, если он это делал с немецкого имени. Я не знал об этом, я никогда об этом не думал. И не замечал, что есть такая дискриминация, потому что у меня нету турецкой, у меня фамилия не турецкая. Дальше можно продолжать на тему сексизма в том же ключе. Давайте поговорим о средствах массовой информации. Как часто используют средства массовой информации происхождение каких-то подозреваемых личностей? Слева можно увидеть данные согласно статистике полиции, кто немец, кто иностранец. Красный — это иностранец, зеленый — это немец. Даже если одинаковое количество криминальных случаев среди иностранцев и немцев,
то я посмотрел здесь модель 10 немцев и 10 мигрантов, и 10% в каждой группе криминальные, то мигранты всегда намного больше, если они делают какие-то преступления, они их больше говорят, они как бы супер репрезентированы в средствах массовой информации, а немцы наоборот, про них говорят меньше. То есть, если я хочу посмотреть что-то о криминальных иностранцах, то в основном появляется информация о терроризме. И это, конечно, картинку искажает. Один человек, с которым я говорил, он название структуральные Volksverhetzung, то есть если я только собираю данные, где иностранцы криминальные, то это структурально, а наоборот это не структурально. А вот примеры из расизма из моего детства, вот песня 10 детей, песня из моего детства, они 10 маленьких негритянок, эта песня очень расистичная песня вообще-то. Можно себя спросить, это еще дети, люди, или это какие-то там всякие паучки или еще что-то. В средствах массовой информации, особенно в газетах Bild и Spiegel, вот я нашел интересную цитату. Города, как Берлин, Мюнхен или Франкфурт, не могут инвазию еще справляться с ней. Начинают появляться гетто. Вот фильмы. Откуда Док Браун получил свой плутоний? Плутониум, конечно же, с либийцев. Шварценеггер в True Lies, правды лжи в фильме, тоже иностранцы в Индиана Джонс, они злые. Вот работа Индиана Джонс — это подбирать какие-то жлай клады и в чужих странах их брать в свои и транспортировать в собственные музеи. И это напоминает колонизацию. И это как-то очень странно, если об этом подумать. И Дисней не может быть расистично. Могут они быть расизмом? Нет, в Аладдине, конечно же, они тоже все герои выглядят как из какого-то латиноамериканского сериала. И откуда? Где они отрезают ухо, и из-за этого они даже поменяли песню в начале фильма, сериала. Вот интересные стереотипы. Арабцы, они якобы... И после этого еще картинки появились после атаков 11 сентября. Террористические атаки в Европе. Я не отказался от фотографий. И все террористы, они арабцы. И тут тоже мы видим, что после каких-то покушений все ответственные, они тоже арабцы. И что это делает с обществом, если только описываются иностранцы как злые?
Как вы относитесь к предложению мусульмане и их религии? Они так разные от нас, что это было бы очень наивно. Дать им общее равноправное к разными позициями в обществе. И много людей, больше половины немецкого общества, у него есть какие-то расистские, исламофобные какие-то виды на общество. Вот когда мы смотрим на людях, которые стремились в Германию, то у них много людей ислам видят не как религию, но как политическую идеологию, и их поэтому не толерируют, как другие религии. В нашем обществе боятся люди от расизма, но как массовый феномен. Что последствия от этого? Вот это вопрос. Первое, это если у людей появляется... Нужно немножко понять людей. Люди начинают бояться азилантов, массовой инвазии и так далее. Это все механизмы, чтобы не смотреть на людях как на людей и чтобы легитимировать. Вот есть, конечно же, люди, которые пытаются понять это все, и их называют левых фашистов и тех, которые не смотрят на это, то их называют вранье и так далее. Вот эти нарративы, они очень неподходящие, нелогичные, потому что они не имеют общего ничего с этим. Хейт-спич — вот тоже пример. Вот я хочу вам показать Чепли и Хаяли, что они на Твиттере увидели, как их атакировали, да, им даже угрожали смерти и так далее. И они это, потому что у них тоже не немецкое происхождение, люди из-за этого пишут тоже на Твиттере и угрожают ей смертью и так далее. И у меня очень большой респект перед этими дамами. Люди, которые боятся расизма, они вот, например, есть в Китае такой мост из стекла, и моя боязнь, она очень иррациональная, но если мне кто-то скажет, если мне кто-то говорит, что это очень безопасный мост, и что можно перейти через него спокойно, я все равно не буду этому человеку верить, потому что у меня своя боязнь перед этим. И точно так же это можно описать вот так вот.
Но, с другой стороны, нацисты, они тоже... этот термин не имеет общего ничего с настоящими нацизмами. Когнитивная диссонанция — вот еще один эффект, феномен. Люди с... Klar, könnte ich mich mit meinen Ängsten beschäftigen, aber ich kann auch sozusagen Umgehungsstrategien fahren. Und es конечно же, люди могут разбираться со своей боязнью, но они и могут вместо этого какие-то там как-то пытаться выговариваться из этого. Они будут пытаться отвергать информацию, которую подают, и чтобы разобраться с диссонансом, они даже переименовывают уже существующие слова, как рождественский рынок к зимнему рынку. Базару. Вот есть люди, которые боятся так много ислама, что они даже боятся сидений в автобусах. Люди, которые, у которых есть такая боязнь, им нужны фейк-ньюс, чтобы оправдываться самого себя. И люди с боязнью от расизма могут всякие там теории конспирации могут у них там могут там начинать появляться, которые начинают Меркель винить во всем и так далее. Что происходит, если 20 миллионов приходят вот демонстранты, которые действительно думают, что ислам — это опасность. И они хотят выбирать, но партии не существует, потому что партии тоже должны соблюдать конституцию. Но есть одна партия, альтернатива для Германии. И эта альтернатива для Германии, она очень хорошая, у них очень хорошее поле проекции. И вот это вот поле, этим полем пользуются расисты. И Лука и Петри, они оба из-за правоэкстремизма вышли уже из партии, которую основали ее. И интересно это то, что это симбиоз консерваторов с правоэкстремистами. И у консерваторов есть работа экстремистов немножечко, внимание от них немножечко отнимать. И у правоэкстремистов есть работа с помощью их радикальности, прибавлять голоса возможных людей, которые могут выбирать эту партию. Это такой симбиоз, который работает вместе, и каждый из этих трех человек, они основали свою личную партию, но они не пользуются отдельным, не пользуются особым успехом. Посмотрим на интернациональном уровне, на такие партии в западных странах. Как вы думаете, сколько мусульман НАК живет в разных странах? В большинстве стран это число меньше 20%. Это так, как оранжевым цветом показано, как люди воспринимают, сколько людей, а серым — это сколько на самом деле мусульман живет в этих странах. То есть
люди воспринимают намного большее количество мусульман, чем на самом деле существует. Что избиратели соединяют или как ассоциируют избиратели правонаправленные партии? Это какие-то международные примеры. Это российское движение в Великобритании. Заголовок «Какие-то изменения», то есть Европейский Союз якобы заставляет Великобританию принимать больше беженцев. Также российское движение во Франции. Особенно иностранцы из мусульманских стран очень критично воспринимаются. Партия предупреждает нас с точки зрения исламизации Нидерландов. В Италии, Сальвини. То есть мы против иностранцев из мусульманских стран в США, то Трамп тоже против мусульман. Он запретил въезд людям из этих стран. Многие не поняли, почему люди выбирают таких политических деятелей, которые, очевидно, являются расистами. Проблема в том, что люди выбирают не вопреки тому, что он расист, а именно потому, что эти люди являются расистами. Если произойдет импичмент, то вопрос, кого мы будем выбирать? Трамп, по крайней мере, идиот, он не так много глупых вещей сделал. Он же не фашист, то есть такая логика тоже существует у людей. Давайте вернемся к теме расизм в средствах массовой информации. Это дуэль между кандидатами на канцлеров. Меркель говорит о темах миграции, возвращении мигрантов в их страны. И видно, что 51% тем, которые они обсуждали именно на тему миграции. Это 20 заголовков, которые больше всего людей читали в Твиттере. И большинство говорит о криминальных случаях, которые совершили беженцы. Или чернокожие люди. Все эти заголовки в Твиттере пишут именно правонаправленные политические деятели. Даже главный редактор Bild, известной газеты в Германии, кто-то написал, что Bild это организация, которая также сотрудничает с партией Альтернатива für Deutschland, Альтернатива для Германии, правонаправленная партия. Западные средства массовой информации абсолютно не смогли, они позволили себя инструментизировать для пропаганды терроризма, и также они распространяют информацию, которая настраивает людей друг против друга и зарабатывает на этом деньги, на этих двух пунктах. Это опасно, потому что многие пытаются также повторить это, или так как это успешная схема. Цель террористов, кстати, это тоже то, чтобы как можно больше говорили об их террористических атаках. Вот примеры, когда, наоборот, какие-то средства массовой информации хорошо, правильно рассказывают о темах миграции или о беженцах. Например, Tagesspiegel много сделал акций прикольных. Так, например, было такое мероприятие, что журналисты могли сделать такой эксперимент и попробовать себя в роли беженцев и рассказать об этом опыте. Есть проект «Жить в демократии».
für unterschiedliche zivile Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus und направлен против правого экстремизма, engagieren, zum Beispiel ein Exit-Programm und so weiter und so fort. Против выхода из Европейского Союза. 9 октября был террористический акт в Хале, но как бы это пожертвования не остановили в пользу этой программы, несмотря на террористическую атаку. Кристина Шрёдер пишет цитата политика из партии ЦДУ. Gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen unterstellt, dass Muslime schwerer zu integrieren sind. Kristina Schröder wollte Mittel für Rechtsextremismus bekämpfen, da als Familienminister für die Rechtsextremismusbekämpfung kürzen. Nachdem November 2011 der NSU aufgeflogen ist, wurde wieder zurückgerudert. Ja, da kam das Rechtsextremismusprogramm, die Mittel gekürzt werden. Das hatten wir schon mal 2011 und die NSU. Говорится речь о скандале с подпольными нацистами и эта политика, она хотела, чтобы наоборот, больше было средств, жертвований для того, чтобы мусульман лучше интегрировать в общество. Также есть много, сейчас идет речь о финансировании, финансированию в немецком обществе различных программ для того, чтобы исследовать правый экстремизм, а также терроризм. Но разве можно жертвовать деньги, чтобы исследовать правый экстремизм, несмотря на или ждать, чтобы пожертвовать деньги, пока какие-то люди могут погибнуть, и только потом финансировать такие программы? Это нелогично. Сейчас идут примеры о том, как политики используют какие-то радикальные слова, термины, которые являются нетолерантными, например, такие как «негр». Весь список, который видно на слайде, это список политиков, участвующих в одних из главных партий в немецком парламенте. Например, Йенс Шпан сказал, что АФД нас объединяет больше, чем с СПД. Западное общество уже приняло такой феномен, как расизм, в огромных размерах, в массовых размерах. Мы не можем тоже игнорировать этот факт. Красным показано, что расизм — это массовый феномен, слева — черным международный терроризм, и рассказ об этом в средствах массовой информации. Политики и другие люди нормализируют расизм, и также мы читаем в газетах, например, которые подтверждают расизм, статьи, которые подтверждают расизм. И это все приводит к таким эффектам, как какие-то ненависть, угрозы о том, что тебя могут убить, если ты из другой страны, фейк ньюс, таким партиям, как АФД, и движениям, как Пегида, против исламизации и правому экстремизму. Recherche, wo denn der Mann eigentlich herkommt, das war sein soziales Umfeld, unter anderem war mal in seiner Stammkneipe, in der ganz offen Rassismus reproduziert wird. Oder der Anschlag in Halle, man wollte in eine jüdische Synagoge eindringen, man hat in der Background-Geschichte ein Interview mit der Mutter gehabt, auch sie vertritt antisemitische. Ну, и он привел пример, что террорист, который в Хале хотел сделать террористический акт против еврейского вероисповедания, его мать, она тоже была против евреев. То есть можно подвергнуться такому феномену, как радикализация в каком-то даже баре, в кругу своих знакомых, в своей семье, потому что этот феномен, он уже присутствует в разных сферах жизни. Вот четыре причины, почему вы должны разобраться с расизмом. Во-первых, только потому, что вы уже разбирались с расизмом, вы можете его увидеть и подавлять.
только после того, как я сам начал разбираться с этим, я начал это понимать. Во-вторых, только если вы разбираетесь с расизмом, можете это увидеть его в себе самом. Это очень грустная новость, только я сам в себе это тоже увидел. Вот очень грустные, очень плохие новости для вас. В-третьих, белые люди, они профитируют от расизма. Хотят ли они это или не хотят? Вот, например, они профитируют, когда они получают квартиру или работу. Вы каждый раз профитируете от этого. И не видеть этого расизма — это часть структурного расизма. Кто игнорирует расизм, он тоже часть в этом. Он тоже присутствует в этом. Кто потом говорит, он не видел, не знал об этом, это не причина. Особенно после того, как я вам это сейчас сказал, вы уже вот не имеете права сказать, что вы не знали об этом. Вы уже должны разбираться с этим. Спасибо вам. Спасибо вам за этот очень интересный доклад. У нас есть еще немного времени для вопросов. Начнем. Я, наверное, я встречусь с Кристиной Шрёдер вскоре. Что мне сказать ей? Или уже в существующем разговоре? Что мне ей сказать, если мне нужно будет начать разговор с ней? Да, это интересный вопрос. Это очень трудно. Я думаю, есть два уровня. Во-первых, это что можно сделать против расизма, если люди, они живут в мире и боятся. Мы не можем делать терапию для 50% населения. Второе, это то, что важнее. Мы должны проанализировать все структуры, которые помогают этой проблеме. Кристина Шрёдер, она в ЦДУ участвовала много лет. Нужно ей подать идеи. Нужно вспомнить, что она сказала. Нужно ей продискутировать с ней насчет того, что она сама сказала, уже говорила. Вот следующий вопрос из интернета. В России несколько людей, которые атеисты, и они ведут дебаты как обрез мальчиков, и они спрашивают себе вопрос, как это связано с расизмом, и как его в этом смысле подавить. Да, это мы видим, например, с Израилем. Как можно разговаривать с израильтянами об этом без того, чтобы самим становиться антисемитом? Это очень трудно. Нету такого вопроса. Может быть, даже и не существует такой правильный ответ к этому вопросу. Нужно подумать. Очень интересный доклад. Вот хочу продолжить разговор о очень утопичном рубашке. Утопичной. Ты говорил о 20 людей, которые боятся расизма, которые сами могут быть расистами. Но есть 20 миллионов людей, которые сами мигранты, и у которых происхождение не немецкое. И мы не соблюдаем их чувства, как они относятся к этому. Да, это
Есть несколько программ, вот, например, подкаст «Половина картошки», где люди с разным знанием разговаривают об этом. И есть даже места, где людям нужно немножечко раньше вставать и бриться, чтобы их не побили там и не выбросили из каких-то определенных мест. И люди, с которыми мы дружим, тоже должны как-то иметь возможность поговорить о расизме. Вот еще один вопрос из зала. Спасибо за ток. Ты сказал в конце, кто не видит расизма, то часть расизма. А вначале ты говорил о когнитивной диссонансе, а сейчас я себе ставлю вопрос, как я вижу это и как я могу помочь акцептировать людям, что они часть проблемы расизма. Да, у нас это не очень просто. Нужно, может, конфронтировать людей с этим, но у меня, может, даже нет ответа к этому. Я разбираюсь с тем, что это за феномены, что это за байс в политике, что это за... Я вижу этот массовый феномен, но как его подавить, я не знаю пока. Может, есть люди, у которых есть больше знания, но я за то, чтобы не подкручивать этот расизм. Нужно прекратить с этим, его дальше разжигать и разгорать. Привет. Ты в часть твоего изучения тоже исследовал то, что в школе происходит, и как может манипуляция через учителей может влиять на это. Да, это очень трудно анализ проводить. Потому что это все очень такой мелкий вопрос общества, мелкого общества. И что мы видим там, это дети, они же от своих родителей много их убеждений просто передаются им от их родителей. Да, в теории это всегда расистское, если брать работу, например, или если брать квартиру, и за счет этого все расизмы, но против этого ничего нельзя сделать, потому что что же сделать иначе? Я не говорю, что кто берет одну квартиру, тот расист. Когда начинается расизм, когда он заканчивается, это очень трудно определить. И я просто хотел сказать об этом. И пока я мужчина, это я часть структурного сексизма. И, конечно, я просто не знал до этого, и это все равно помогает говорить об этом. И только после того, как ты думаешь об этом, у тебя конфронтация появляется с этим. И не мешает думать об этом. И это все нас обязывает немножечко видеть себя ответственными за это. Вот я. Думаю, что Кристина Шрёдер может немножечко потяжелее быть с ней разговаривать, как только она начинает
расистские там, цитаты проявлять. Я не говорю, что... Я думаю, что риторика, нам нужно уничтожить расизм. Я думаю, что есть люди, которым трудно разбираться с этим. Да. Конечно же, могут в противоположную сторону тоже боязни возникаться. Например, люди, которые левые, тоже могут быть есть людьми, с которыми я даже не могу разговаривать об этом. Я хочу в этом контексте сказать, я хочу одну книгу прорекомендовать под названием «Rassismus kritisch denken lernen». Да, я читал эту книгу. Очень много. Единственное пледое, которое я хочу тут сделать, это мы должны говорить о расизме. То, что мы сейчас видим, это эффекты, а что мы должны делать против этого? Я еще даже об этом не начал говорить, это вторая часть. Еще один вопрос из зала. Спасибо. Очень красивый доклад. У меня тоже корни немецкие. И я участвую в этих дискурсах. И люди... Я увидела, что люди из мигрантов, они говорят об этом совершенно поодиночке. И я думаю, что это социоэкономические там причины для этого. У меня хоть и есть деньги, но все равно я думаю, что много людей просто... Я удивляюсь, почему этот элемент финансов не участвует в этом докладе. Да, я сам это увидел. Я только имел... Только когда я разговаривал с студентами, я тоже увидел, что они только интересуются некоторыми частями доклада. И это как-то... Интересно, не знаю, помогает ли это. Вот еще есть время для одного последнего вопроса. Спасибо. Я хочу еще сказать что-то короткое к теме школы, и там уже, где там уже корни проявляются для исключения. У нас в Саксонии... Я не знаю как, но мои дети учатся в Баварии. Там есть феномен церковной службы в школе. И ученики, они вместе с учителями идут в следующую церковь, которая находится где-то поблизости. И другие дети, которые нерелигиозны, они должны... оставаться в школе и там с какими-то другими темами разбираться. И вот уже в начальной школе начинается эта сепарация, как одна религия другим уже как-то что-то
немножечко. И я, как атеист, тоже позабочен этому вопросу. Вот. Если один раз это увидишь, то ты начинаешь видеть это везде. Вот, спасибо вам за ваши вопросы. Еще один аплодисмент для Михаила Краля.